И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Влад, я Суперфрост. Сегодня я вам хочу показать, как можно добавить бота. Бота диджея, но не обычного бота, а очень простого. Приступаем к ролику. А перед продолжением просмотра прошу вас зайти на мой сервер Discord. Он был создан специально для вас, подписчиков. На сервере есть диджей-бот и много еще других ботов. Присутствует система левелов. Отличное оформление чатов и отзывчивые пользователи никогда не дадут вам заскучать. Также у нас проходит набор модератора. Если ты считаешь себя самым крутым на районе, смело подавай заявку модератора. Мы ждем именно тебя. Итак, мы уже на сайте. Сначала идем и спускаемся вниз. Нажимаем на кнопку ADD the bot to your server. Нажимаем. Итак, в этом окне мы должны выбрать свой сервер. Но для начала авторизоваться в Discord. Я это уже сделал, поэтому я просто выберу свой сервер. Тестовый сервер. Выставляем тут все галочки. И авторизовать. Я не робот. Отлично. Заходим в Discord. Мы зашли в Discord. Теперь заходим в тот канал, в котором у нас появился этот бот, естественно. У меня этот тест. Итак, вот бот, видим, написано бот, все нормально. Итак, теперь мы можем создать голосовой канал какой-нибудь, например, Music. Это текстовый, ну да ладно. У нас будет текстовый канал, в котором мы будем все писать для бота. И также будет, давайте его вот сюда перекинем, и также у нас будет, к примеру, тоже music, почему бы и нет. Сохраняем изменения. Для начала мы должны нажать на любой голосовой канал и зайти в него. В обычном текстовом канале мы должны переписать 1, 2, 3. Три восклицательных знака. И, если хотите, то help. Help. И он вам выдаст все команды, которые у него есть. Но нас интересует именно музыка. Поэтому мы пишем три восклицательных знака. Далее play. И или ссылку на какое-то видео из YouTube. Или же, например, какое-то название этой песни. Например, я возьму вот такую музыку. Секунду. Копирую. Вот я вставил обычную название песни. Просто название. Нажимаю Enter. Он подключается к Music и выдает нам то, что типа он нашел. Ого, много всего, выберите, что вам именно нужно. Пишем три восклицательных знака. Дальше. Choose. И номер. То есть, какой вам лучше подходит. Первый, второй, третий, четвертый или пятый. Чтобы отменить это действие, просто пишем Cancel. Вот это. И все. Ну, я, пожалуй, выберу номер 1, но для начала громкость бота сделаю прям на минимум. 1. Раз. Секунду. Ну, вы поняли. То есть бот воспроизводит песню, когда песня кончается. Он просто как бы включается и все, то есть остается в Music. Через некоторое время он офнится отсюда и типа все. Также повторяю, здесь есть еще команды, но они почти все связаны с музыкой, поэтому тут искать в принципе ничего не нужно. Скип это, к примеру, пропустить музыку, то есть раз-раз, все. Стоп — это остановить музыку, то есть вот он играет, например,
стоп, и он оффается. Все. Я не включаю музыку только из-за того, что на той музыке авторские права. То есть я включил буквально на секунду и все. Вот. Volume — это команда, в общем, изменяет громкость этому боту. Стоп, вы знаете. Рестарт. Это рестарт бота. Repeat. Рестарт вот. Repeat. Так. Также здесь радио есть. То есть вы можете ввести раз, два, три радио. И он вам выдаст столько радиостанций. То есть вот, например, радио 3, да? Радио. Тут, кстати, интересное радио появилось. Угу. Вот такое. В общем, мы просто берем, копируем любое радио, которое нам понравилось. Радио, пробел. И... да. Ошибочка. Копировать. На радио. Вставить. Ладно, нет, здесь плохой пример. Non-stop play, например, да? Копировать. Радио Non-Stop Play. Нажимаем. Он к нам присоединяется. И вот сейчас я могу что-то включить. Ну, вы слышите, да? Если не слышали, то... Музыка играет. Все нормально. Переходите по ссылочке в описании. Заходите в мой канал в Дискорде. Нас тут уже аж целых 8. Или 7. Считать я не умею. Поэтому у нас тут идет набор в модераторы. У нас есть тут музычка своя. Столько, вот столько ботов. Офигеть вообще. Специально для подписчиков. Можно тет-а-тет разговаривать, тоже круто. Если вы заметили, то вот тут у меня что-то меняется. Если вы хотите узнать, как я это сделал, просто поставьте лайк. И я пойму. Далее, тут для высшего состава, тут у меня логи, да, логи. Угу. Здесь у нас секретные переговоры. Вот. Ну, здесь у нас игровая есть. Пока вот эта штука игровая будет пополняться, поэтому все нормально. Ну, АФК у нас система тоже есть. В принципе, все. Вот тут доступ можно. Угу. В общем, все круто. Приходите по ссылочке в описании, или если вам не лень, просто вот так берите и переходите вот по этой ссылочке. Вот она. В общем, я ее оставлю в описании. С вами был я, Влад, я же Супер Фрост. Всем удачи, всем пока.